Давид Луис и Тиаго Силва на трибунах. Вы, возможно, помните, что на чемпионате мира 94 года Италия и Ирландия в группе встречались в Нью-Йорке. Понятно, что половина стадиона, ну, тут, пожалуйста, и Кавани, и Мартинес, половина этого Макаби Тель-Авив, до этого Видеотон. Ну, а начинал вообще с юношеской сборной Португалии. Паулу Соуза, который в свое время играл с мячом футболисты Фиорентины. И сразу же Фиорентине, потому что, как-то не странно, для фиалок все получилось весьма насыщенно. Не самый бить будет. Удар! Штанга! Агустен, 18-летний футболист. Гаитянского происхождения. Златан. Ну, Златан совсем был не прав, а главное, губу разбил соперник. Еще один прострел. В дальнем. Тянулся к мячу. И, в общем-то, получился удар-то. Рабьё. Можно и пробить отсюда. Что Рабьё? Ибрагимович. Прострел. 1-0 в пользу парижском. Подготовительном. По Златана. Чрезвычайно вовремя. Матюйди. Матюйди. Проходит передача. Еще. Матюйди какую передачу отдал? Это было Салаха выкупить за 16 миллионов. Была такая опция в контракте. Этой опцией не воспользовались. Затем пытались договориться с Челси, что Челси его продаст. Ух, как здорово! Ой-ой-ой, как здорово! А вот теперь мяч присутствовал. Получил мяч, дали чуть-чуть пространства и блестяще. Ну, Юсуф Сабали. 22 года. Пари Сен-Жермен пару лет, но и ездил в аренду. Тем временем... Очень. Можно бить отсюда. Ничего особенно сложного не сделал, а с другой стороны удар. Удар со штрафного. Вообще вполне можно было.